Вторая серия съемки курортного местечка Таба в Египте. Первую серию сняли, надеясь на вторую, будет при хорошей погоде, без ветра. Но так и не дождались. За 10 дней так ни разу не было нормальной погоды. Поэтому последний день снимаем с ветром. Опять. И с видимостью вот погоды. Вот горы все в песке. Ближе видны необозримые гольфовые поля серии курортов. Здесь, на этом берегу, это район Таба Хайтс называется, который включает в себя несколько отелей. Вот наш Хаят ближайший, дальше идет Софитель, потом Мариот и Интерконтиненталь. Они объединены общим названием Таба Хайтс. Хайтс, то есть горная Таба. Сама Таба, она вот там, за горами, ее не видно. Там, собственно говоря, несколько домов. Вот. А вот теперь смотрим на наш отель. Теперь мы уже знаем, где мы живем, и можем показать. Отель очень зеленый, в отличие от всех других отелей этой серии. Вот. И очень зеленый наш... Наш коттедж, вот этот вот, который похож на Макдональдс, крыша, вот он. Только мы на первом этаже находимся. А рядом это ресепшн с той точки, с которой я снимал вот это место. Это треугольник. Вот он. Таба. А вот он, тот треугольник, который... Пирамида камней, которую можно увидеть на видео. Вот с той точки. Шатает прямо со штативом. Вот эти столики, с которых я снимал, это же место снизу. А берег... Очень сильный ветер. Видишь, красный флаг. Секрет. Да мы бы и не испугались, конечно. Но вода зовет. Вот там. Вот в этом месте я пытался нырять. Там красиво, но сейчас все мутно. Вот. Другого берега, Иорданского, сейчас просто не видно. Вот хотелось его показать, какая тут красота. Вот. Стой, стой. А это Света. Некуда, там обрыв. Это Света. Она помогает мне морально. Вот. И вот пейзаж вокруг. Египетские горы. Та вершина, на которую сейчас не знаю, пойдем или нет. Вот. И внизу, говоря, вот это уровень отеля. Здесь какие-то постройки, какой-то шалаш бедуинов, ну тоже какая-то развлекаловка от нашего отеля.
Вот, на всем заканчиваем репортаж с этого места.